приветствую вас. Ну, такой вот интересный формат у нас сейчас в селе продается. Большой дом по фасаду, большой. Продается часть дома, полдома. Привет. Продается часть дома, полдома, но с последующим выкупом второй половины. Вот сейчас мы с хозяюшкой поговорим. Добрый, приветливый человек. Здравствуйте. Покажите нам. Так, сразу въездные ворота. Заезд еще один у нас. Два заезда. То есть два плюса мы уже видим в самом начале. У вас живет там кто-то, да? Так, ну давайте сейчас предупредите, мы пока здесь проходим, поснимаем, вы расскажете. Это гараж, да? Это гараж, да. Ну, гараж готовый, только без ворот, да? Ну, да. И получается, вот у нас дом разделен на две части. То есть, эта сторона уже граница будет, да, на второй, да, на вторую часть, правильно? Подвал. Угу. Подвал, вот он вход, да? Да. Красиво, как заплетен он у вас. Ну, да. Летом красота, наверное, да? Ну да, в селе так жить надо. Сейчас мы подойдем. Надо 100 рук иметь. Так, ну далеко не пойдем, чтобы не быстро развиваемся. Это у вас как летняя кухня, да? Летняя кухня. Она с баней. Свет. С душем. А что-то вон там это... Ага, барахлит выключить. Да, что-то это... Не фурите. Так, летняя кухня и сразу баня. Ну, красота. Баня там все. Сейчас, да, если можно, пожалуйста, включите. Есть? А, не горит. Ну, видно. Кто-то заедает, наверное, сейчас. Скажите, а это отапливаемое помещение? Нет, оно не отапливаемое. Если вот стоит просто как это... Вам помочь там? Тогда ничего не вижу. Может быть, не надо-то лучше? Знаю, не надо, не мучитесь. Ну, в принципе, видно, что баня отделана. Все да, работает, да? Здесь душ, а летом он бойлер ставлю. Это бойлер, да? Это бойлер, да. На лето. Угу. Включаю. Так, включила. О, мышами пахнет. Мыши надо отраву насыпать. Мышеловки не используете? Не, я отраву сыплю. Она как летняя, да, летом я тут готовлю, потому что жарко в доме. А общая площадь тут какая? Этого участка? Этого? Нет, вот этого. Что продается? Правда. Ну, что продается так. Дом у меня 100 квадратов, значит, дом 50 квадратов. А кухня, не знаю, сколько тут квадратов. Тут два сарайчика, маленький и большой сарай. Здесь можно держать хозяйство, да? Ну да, там свинья у меня была, тут куры. Да, здесь и держали, вот видно сразу. Да. Угу. Коза была. А здесь границу как вы определяете? Здесь вот, вот сирень, это граница. Так, сейчас я подойду, чтобы было наглядно понятно. Так, здесь, правильно, вот? Да, да, вот сирень и вот кустики. Угу. Это то есть вот эта открытая калитка, тоже подворье другое, да? Да, это угу. Другое. Понятно. Так, и здесь вот он участок идет. И по центру вон там ветки посажены до самого забора, до конца. О, да у вас большой участок. Да, там сад молодой посаженный сзади. Но вы же с землей продаете, конечно, да? Конечно. А сколько соток? Земли и так. Здесь 14. Приличная емкость. Земли много, да. Вот до самого забора туда. Там сад молодой, а тут немножко я сажаю так. Пока сколько, да, забываю. Участок большой. Деревья у вас, да, молодые? Ну да, да. Там вообще сзади он молодой. А это уже такие. Это для полива используете, да? Да. Так, ну давайте начнем. Это кухня у нас, да? Да, конечно. Мы к вам на 5 минут. Здравствуйте. Да, вот тут не было у меня. Вот
тут коридор был свободный, поэтому дом весь был один. Угу. Здравствуйте. Там никто не отдыхает у вас. Добрый день. Как его позиционируете, эту комнату? В смысле? Зал. Зал, да. Ну, они сейчас там детскую сделали. Там спит вас кто-то, да? Да. Детскую не пойдем. Ну, получается, у нас, значит, раз комната и детская два. То есть две одинаковые комнаты, площадь где-то... Сейчас примерно. Знаете ли, 16 какие-то... 16 квадратов комнаты, одна и вторая. Да, две комнаты по 16 квадратов. Угу. Можете и ту сразу снять, если что. Вторую половину, может, да? Кто-то может... Пока может кто-то согласится. Давайте глянем, да. Ну что, мы решили поставить сразу вторую половину этого дома. Так как, если вдруг найдется покупатель сразу... На все домовладение это его заинтересует. О, какой злюка. Все. А здесь еще один подвал у вас, да? Да. Ну, что хорошо, как. А? Не было ничего. Это отсюда можно было, и я сюда. Выпейте, не разувайте сейчас тесто. Привет. Тут еще один сидит. За что там, Оля, зацепилась? Так, это у нас кухня, да? Да. Ой, какой котик. Здесь туалет и ванна. Туалет и ванна. Она недоделана еще. Иди гуляй. То есть стадия ремонта еще, да? Ну да. Ну, пользоваться можно ее или нет? Можно, в принципе, но ага. Я еще не это, не, угу. Не обшила его. Ну, осталось отделочной внутренней работы. Да. И, в принципе, готово. Я так думаю, вот эти комнаты будут одинаковые с теми, да? Да, они и идентичные. По квадратуре они также идут. Тепло, хорошо у вас. Да, немножко. Ну, да. А удобно, раз протопишь, выключишь и на целый день. И вторая комната, это у нас спальня. Так. Окна у вас тут везде пластиковые, да? Ага. Только там. Спальни натяжные потолки, в зале натяжные потолки и окна пластик. Оля заметила это правильно. Единственное, там тепло. На той стороне два окна, в коридоре не пластиковые. Угу. Ну это с коридора они не пластиковые, да. Просто. А так в доме они пластиковые там все окна. Ну, сейчас посмотрим, там у вас тоже кухня на улице. Ну, заезд есть, гараж здесь можно построить перед подвалом. Далее... Летняя кухня. А вы куда хотите переехать? Угу. Летняя кухня. Здесь хозпостройки. Ну, уже здесь... Да, здесь сарая уже нету, в отличие, которую... Березки красивые какие у вас. Канализация вот здесь, в туалетом, угу. И в туалете. А там в туалете идет канализация там. Угу. Коммунальная много получается? В среднем. Ну, вот они вот сейчас... За январь. 2000 они заплатили. Там 200 газа и 200 света у них получилось. Угу. Всего, да, 2000? Да. За ну, половину дома. Да. За свет и за газ да. Вместе. Да. Ну, это хорошее. В принципе, это немного. Нет, вообще. Немного. Ну, то печка экономии. Его прокатила и выключила, и она на целый день теплая печка. Ну, у нас коммуналочка бывает выходит по 5000, да? Ну, да. По 7, по 8. Ну, да, сейчас еще больше. Выгоднее.
Поэтому я и не стала ничего менять. Протопил. Покусать не покусает, а вымазать вымазать, да? Сейчас не достанет. Крыша шифер. Насколько позволяет сейчас настроить, вроде в нормальном состоянии. Сейчас просто снег лежит. Ну что, друзья, вот такой вот интересный вариант. Приезжайте, смотрите, звоните.